Евгений Чепатеев. Доброе утро. Доброе утро, дорогие ребята. Самые главные виновники сегодняшнего торжества. Доброе утро, дорогие взрослые. Мамы, папы, дедушки, бабушки и все для тех, кого тоже этот день всегда остается праздничным. Доброе утро, дорогие коллеги. Сегодня вы в свою семью принимаете 107 первочков. Тех, для кого этот день, безусловно, станет особенным. Он запомнится им на всю жизнь. А сегодня в городе больше 3000 ребят идут в школы. И для каждого из них этот день особенный. Да и год особенный. В этом году мы отмечаем 325 лет любимому Таганрогу. Наверное, проще будет потом вспоминать, когда же я пошел в школу. А еще проще потом будет думать, а что же я сделал для родного города. А первая задача для вас, ребята, это сегодня хорошо учиться, слушать своих родителей и учителей, набираться знаний и, конечно же, твердо и уверенно идти по этому школьному пути. Школа в этом году встречает свое 70-летие. И мне очень приятно находиться здесь с вами, потому что вот в ходе подготовки школ города к новому учебному году родители вашей школы пригласили меня побывать здесь на 1 сентября. Мы вместе с ними и учителями готовили школу, ребята, для вас, решали некоторые бытовые проблемы. Нам это удалось, и я уверен, что вы будете рады тем обновленным стенам, которые вас сегодня встречают. Вас здесь встречает профессиональный коллектив педагогов. Они, кстати, тоже радовались получению новых учебников. Я это видел, и вместе с ними в библиотеке эту радость мы разделили. Школа – это лучший период жизни. Поверьте, когда вы вырастете и будете работать, вы очень часто будете вспоминать эти годы как самые счастливые. И порой вам будет хотеться вернуться в школу. А сегодня у вас все впереди. Дерзайте. С праздником!